Доброго времени суток всем, добрые такие наши волшебники, моя такая большая дружная семья. Сегодня у нас повторный ролик о особенных наших детях, которых мы когда-то с вами спасли, которым мы когда-то дали шанс, и благодаря нам они остались жить. Пусть это сейчас особенные дети, которые больше всего нуждаются в нас, в нашей поддержке и нашей помощи. Но, к сожалению, за 2 дня было собрано 24 550 рублей из положенных 55 тысяч. Сегодня я отправила Наталье 25 тысяч. Вы видите скриншот. И нам надо собрать еще 30 тысяч. Я не могу жертвовать финансами с питанием, потому что на карте всего 22 тысячи. Это образно нам на 4 дня на питание. Никогда не думала, что наступят такие тяжелые времена. Никогда. Были люди, которые ежемесячно посылали детям особенным на содержание и уход. Самое обидное, что иногда люди пишут комментарии, которые заставляют тебя верить в то, что будет так. А комментарии типа: мы всегда с вами, мы вас никогда не бросим, мы будем постоянно поддерживать этих особенных детей, наша ежемесячная помощь будет постоянно. Но, к сожалению, после тяжелого этого месяца августа, опять я к этому возвращаюсь, да? Ведь многие, почти 800 человек, посмотрев и послушав ложь, отписались. Именно те, которые там пели мне дифирамбы, говорили: Наталья, какая вы? Да, я такая и есть. А вы, если бы были разумными людьми, вы зашли бы на наш канал и просто нашли бы ролик о якутском Мишке, когда в декабре месяце я нанимала такси и отвозила его в семью. Здорового, счастливого и в прекрасной форме. Это я к тому, что если кто-то услышит мое обращение, может быть, все-таки снимут розовые очки, зайдут на канал и посмотрят этот ролик. Но сейчас я возвращаюсь к тому, что у нас остается 2 дня, сегодня, завтра, и нам надо собрать 30 тысяч, чтобы оплатить наших особенных детей. Моя такая большая дружная семья. Я понимаю, что в последнее время нам очень-очень сложно. Очень сложно, но я креплюсь, я не сдаюсь. Я надеюсь, что все у нас наладится, что все встанет на свои места, и что мы и дальше будем с вами спасать, помогать и бороться за жизни четвероногих друзей. Сейчас, слава богу, у нас тут в затишье, но на 26 число Клёпе уже назначена операция. Гриша будет у нас
в ноябре. Но на Грише мы будем выпускать несколько роликов, потому что там сумма достаточно приличная на операцию. Это я буду говорить все в следующих роликах. А сейчас я, как всегда, прошу вас помочь нашим особенным детям не оказаться на улице. Если мы не оплатим передержку, значит, их... Я понимаю, что на улице они не окажутся, но их придется забирать ко мне в приют, где абсолютно нет содержания условия особенных животных. Я не знаю, у меня, как всегда, много слов, много вопросов, много ответов в голове, но хотелось бы, чтобы все-таки как бы каждый месяц мы уже с 10 по 15 число понимали, что ну вы со мной, моя большая семья, что нам нужно собрать такую вот сумму на оплату, передержку наших любимых хвостов. Да, мы их спасли, вы знаете, мы их спасли. Мы сделали все возможное. Мы подарили им вторую жизнь. Мы подарили, именно вместе с вами. Тогда переживала очень много людей, которые были со мной. Просто искренность... И потом какое-то банальное двуличие людей поражает, честно. Поэтому хочется, чтобы на нашем канале и с нами оставались именно честные, искренние люди. Не люблю фальшь, не люблю ложь, лицемерие. Сколько раз говорила об этом. И не хочу даже об этом думать. Но иногда, когда люди пишут комментарии, они должны четко понимать, о чем они пишут. Поэтому, если, допустим, я понимаю, что я не смогу сделать то, что я, о чем я думаю, значит, я лучше не буду об этом говорить. Ой, моя такая большая дружная семья, в общем, у меня вся надежда и вся надежда на вас. Мы хотя бы сейчас собрали на сено-солому, слава богу. Долг в клинике, как я говорю, 30 тысяч. Оплата передержки еще 30. Коляска Вере. Операция Клёпе. Это вот все, что запланировано на ноябрь месяц. Ну и плюс, конечно, питание хвостиком. С большим уважением к вам, волонтеру бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.